Всем ха, ребятки, с вами как всегда Эндрю. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Far Lone Sails. Press any key. Хорошо. Так. Что у нас по управлению? Так, мы оказались у какого-то дерева. А вентилятор с собой можем взять? Нет. Так, ну ладно. Ну что, пойдемте. Я так понял, нам нужно идти вперед. В? А, хорошо. Мы взяли ящик. Не знаю, зачем он нам. Нам наверх, да, нужно? Так, там холодильник, мы не пройдем. Хорошо. Значит, на второй этаж погнали. А лампу можно взять? Ну-ка, стоп, надо это проверить. О, можно лампу взять? Окей. Тогда вперед сейчас протолкаем ящик и вместе с лампой пойдем. О, а там тоже какой-то ящик, ничего себе. А тут что, тут ничего. Интересно. Ну хорошо. Мы зачем-то собрали три грузика. Я не знаю пока зачем. Ну как, вернее, я знаю зачем. Я не знаю, зачем мы их взяли. Ну ладно, с ними идти, конечно, медленнее. Но мало ли, может, они понадобятся. Зачем-то же их оставили, вот этот ящик, канистру или что это? А, чемодан и фонарик. Не, ну фонарик-то точно полезен. Мало ли, может, ночь тут наступает. О, птичка, здорово. Угу. Там, кстати, какой-то рисунок на камушке. Чё там нарисовано? То ли кораблик, то ли чё нарисовано. Так, ну... нужно как-то эти ящики перемахнуть туда, на ту сторону. В принципе, тут ничего сложного. Так, ага. Ну, проще уж тогда так перенести. Все, понесли дальше. Ну, нам нужно дойти до поезда. В этой игре должен быть поезд. Ну, пока мы до него дойдем. Где он, кстати, находится, интересно? Это вода? Ой, нет, тогда лучше, наверное, этот груз перенести сверху, чем, мало ли, может, он утопится сейчас. Так. Скоро же должен быть, да, поезд уже? Там он вдалеке завод какой-то. Судя по всему, не рабочий. О, тоже. Что-то нарисовано. Что там? Солнышко и... вода, горы. Не знаю. Я что-то тут гор не вижу. Так, я что? А, я потерял чемодан. Вроде сейчас должен быть, да? А, да вот и поезд, собственно, наш. Паровоз. Это паровая машина же, да? Тут же рельс вроде нету, правильно? Сейчас посмотрим, как это работает все. Ой-ой-ой. А камеру я могу удалять, приближать там? Ай, М. А, Х это приблизить. А С это удалить камеру, я понял. Так, я смотрю, там петельки есть, можно на них что-нибудь повешать.
Во. Я сюда, ладно, фонарик повешу. На эту фигню, наверное, отнесу наверх. Чисто так, чтобы не мешалось. Так, стул тоже туда наверх. И чемодан тоже. Там у нас загрузка топлива, да? Да, там загрузка топлива. Так. Давайте попробуем. Бак полный? Нет. Один ящик дает неполный бак. Значит, второй загружаем сразу. И можно стартануть. Да, все работает. Так, а это что за кнопка? Так, это тормоз. А Steam это, наверное, пары. Наверное, нужно нажимать туда, когда он заполнится, да? А, ну вот сейчас, например. Да, все правильно. Нужно нажимать, когда будет красным цветом гореть. Так, нам еще зачем-то дали флажок. Я хрен его знает зачем. Возможно, нам понадобится ветер. Я не знаю. Для чего. Так, все, даем пару. Неплохо поехала машинка. Так, топливо, топливо. Надо закинуть топливо. Топливо, где? Закидываем. Все. Странно, почему-то пипочка. Она почему-то выскакивает, если я отхожу. Немножечко непонятно. Так, а мы что-то медленно идем. Так, может там еще что-нибудь сгодится под топливо? Ой-ой-ой, да стул, зачем стул было брать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ящички, ящички, сейчас мы остановимся, соберем их. Стул, нет, стул я оставлю, он может еще нужен будет. Хотя как он тут может быть нужен? Пускай там стоит, короче, не мешается. Сколько ящиков? Это получается на еще два полных бака. Хорошо. Буду знать. Сюда пока повешаю. А это что? Это нам тоже, наверное, зачем-то понадобится. И спереди такая же штука есть. Лебедка. Не знаю. Так, можно сразу второй протолкать сюда, чтобы не париться. Единственное, только интересно, ящики эти упадут или не упадут, если их назад ставить? Вроде ж не должны. Так, один закинули. Давай же второй. Ну все. Двинули. Прикольно, музыка на фоне играет. О, у нас, кстати, там километраж, походу, есть. Вон циферки, 40... Сколько там написано? 4. Да, километраж. Так, поддадим газку. 42, 43. Нормально. Мы же хорошо едем. Так, а паровоз-то осилит горки? Да, вроде справляется. Опа, там опять ящики. Опять тормозить надо. Тормозим, тормозим, тормозим. Собираем. Ну, ящики это тут основное топливо, я так понял. Хорошо. Это без проблем. Главное тогда его не пропускать. Так. Можно ж отдалить, да, камеру? Где мы, кстати, находимся? Что-то тут пустенько, как по мне. С кого мы играем?
Тут какой-то человечек в красном костюме. Я что-то даже не знаю. Естественно, костюм на какую-то мусорку похож. Так, нет. Это, наверное, нужно тоже наверх отнести. Туда куда-нибудь кину его, и последний ящик остался. Очень тупо получается, что ящики попадаются именно тогда, когда надо нажимать Steam. На кнопку Steam. Приходится останавливаться лишний раз. Так, сейчас я поддам немного газку. Все зафиксировалось. Теперь можно подать топливо. О, четко поехали. Так, ну что? Что, Steam нажимаем? Окей. Сейчас в горку. Опять ящики. Давайте остановимся. Так, тут бочка есть. Я не знаю, что за бочка. Может, какое-то крутое топливо. Ну, тоже пускай на склад пока идет. Пока использовать неохота. А, в принципе, можно просто вот так вот все затолкать. И не париться. Да, вот и все. Так, ну это точно пойдет туда, на погрузку. Но еще понадобится. Так, ну эти ящики туда, судя по всему. Бочка, ну бочка, я не знаю, туда, наверное, пока не будем вешать, пускай здесь будет. Все, можно стартануть. Так, дверца моя спереди-то закроется. Да, закрылась. Ну все, все гладко, все четко. Там еще сверху какой-то шланг, я не знаю что. Может, тоже нам когда-нибудь понадобится. Так, поддаем Стима немного. Во, пошел разгончик. Медленно едем, медленно. В горку. Так. А, топливо закончилось. Я что-то за топливом-то не следил. Все, поехали дальше. Сейчас еще пар добавится здесь. Это будет быстро. Ну, давай, пар, прямо сейчас. Во! О, как разогнались. Ящик, серьезно? Ну хорошо, давайте подберем. Они лишними, в принципе, не бывают. Тоже пока сюда закинем. Ну все, можно ехать. В принципе, половина бака где-то осталась. Мне интересно. Так, мне интересно, почему кнопка газа-то отпускается. Это вот единственное, что мне сейчас непонятно. Пейзажи какие-то непонятные. Это корабли, что ли? Так, стоп, а здесь. Здесь, наверное, остановиться надо. Ой-ой-ой, я ничего не вижу. Если честно, я не вижу, где мы, что мы делаем. Да зачем? Блин, надо подняться наверх. Так, туда надо подняться, я правильно понял? Или как? Или куда?
Если честно, пока ничего не понятно. Давайте просто загрузимся. Загрузим сейчас это топливо и посмотрим. О! Вон штучка упала. Да, блин, что-то непонятно, лифт какой-то. Угу, надо туда... А, да, правда, надо было наверх забраться. Это какая-то штука, что, опустить надо? Что такое X? Там что-то какое-то побережье нарисовано. Парус, серьезно? А это что? Это мяч? Это мяч? Парус и какой-то мяч. Я не знаю, зачем это мне. Ну, если нужно по игре. А, ну вот, кстати, для этого, походу, и парус и нужен, чтобы я не тратил бенз. Сейчас я тогда его открою. О, серьезно? Это работает. Интересная штука. Мы что-то мимо каких-то кораблей проезжаем, что-то каких-то построек морских. Это похоже на какое-то море, что ли. Мы, походу, на дне моря гоняем. Так, ну хорошо, ветер есть, топливо тратить не нужно. Что у нас тут интересно? О, я могу на ходу прямо выйти. Не, я это делать не буду. Главное, что парус сейчас не закрылся. Да, вот он закрывается. Я так понял, это нужно для того, чтобы если мы упали с поезда вдруг, с паровой машины, чтобы он... чтобы она не уехала. Интересно. Ой, да ну не закрывайся. Зачем? Зато топливо тратить не надо. Удобно. Вон автобус какой-то. Так, 18 минут прошло, мы еще играем. Я думаю, видео будет идти минут 30, может быть. Угу. Ну, короче говоря, что тут у нас? Мы можем сделать вывод, что мы находимся на дне моря. Да, вот даже кораблики здесь. Не знаю только, что тут делают автомобили. А вот куда мы едем, я не понял. Куда мы едем? Какая у нас конечная остановка? Я не знаю. Контейнеры какие-то. Жалко, там не, здесь нельзя ходить куда-нибудь в другую. Опа. Стоп. Едем. Это да, это нужно снести. А, не-не-не, это я чувствую, мы не снесем. Ой, все горит. Ёлки-метёлки. А что делать? А, это пожарная, что ли, у нас? А как это взять? О! О, все нормально. О, тут проход какой-то есть. Так, ну пойдемте туда, чё? Ну-ка, Икс. Внизу колокольчик стоит. Зачем колокольчик нужен? Ой-ой-ой. Осторожно с этим нужно, чтобы только не упало. А зачем колокольчик? Ну колокольчик это я, наверное, все отнесу. Мало ли, может еще и как топливо пригодится. Вон тут тоже какая-то фигня лежит.
Я, правда, не знаю, что это. Ну, давайте, на всякий случай отнесем. Кстати, вон какие турбины стоят на паровой машине, офигеть. Колокольчик, ну сюда. Че он? А, он звенит, да? Ну, хорошо. Так, ну, эту фигню отнесем заодно. Чтобы пригодилось, мало ли. Че, кстати, это такое? Не знаю, что это, но пускай идет. Все туда наверху оставлю. Потом посмотрю, что это. Так, ну, ветер дует. Только нужно как-то убрать эту лопасти эти корабля. Или что это такое вообще? А, вон кнопка есть. Кнопку я что-то сразу не заметил. Ох, мамочки. Ну все, нету ее. Мешаться нам не будет. Так, ну поедем тогда на парусах пока. Надо экономить как-то топливо. Я надеюсь, корабль сейчас не провалится. Нет, не провалился, нормально. Проехали вполне удачно. Кстати, на фоне корабля Лунар называется. Так. А ветер что, всегда будет? А то, получается, нам топливо больше не понадобится вообще, в принципе. А то тупо на ветре сейчас доедем до финиша, я там не знаю уже какая контрольная точка, и все. Так, ну это... Это явно нужно сбить, да? Ну да, ничего сложного. Как-то странно, эти корабли все в одном месте находятся. Это, судя по всему... Непонятно, как они вместе оказались. Вроде бы это не порт, тут нету никаких зданий. Ну ладно. Так, вот сохранение, кстати. Значит, сейчас что-то будет. На, автомобиль же здесь. Да, ну да, это порт какой-то. Так, 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 тут... Тут нет, тут нам не надо ехать. Так, я на тормоз чисто на всякий случай поставлю. И заодно сейчас занесем бочечку. Бочку это, конечно, мы кинем туда, к кровати там. А, ну можно и сюда повесить, тут она мешаться не будет. Угу. А что нам нужно сделать? Нам мост нужно как-то опустить, что ли? Так, это туда. Это тоже пригодится. Походу, нам нужно как-то опустить мост. Пойдем с мостом разберемся. Да, и вправду нужно как-то мост опустить. Тут вон музыка играет. А я камеру не могу, да, дальше отдалить еще. Нифига себе, тут у них пейзажики. Так. Это, я так понял, сюда, да, нам надо? О! О, все, мост подняли. Я не так высоко как бы хотел поднимать. Не, я серьезно, не так высоко хотел поднимать. Вы еще шутите? Что-то не то. Может туда пройти? Что тут? О, фонарик. А зачем он нужен? А что делать? Ну ладно, пойдемте туда.
А я назад не пройду уже, да? А что тогда нужно сделать? А, там кнопка на другой стороне есть, точно. Ну хорошо, хорошо. Мы попрыгали туда. А зачем туда? Теперь опускать нужно подъемник? Ну он может сломаться, это же типа старый мост. А, ну вот. Ну а я про что говорил? Я же говорю, что он может провалиться. Кстати, вон мотоцикл стоит. Байк. Чё там написано? А, Danger Tight Zone. В смысле, это типа опасно уставшая зона? Я чё-то ничего не понял сейчас. Так, фонарик сюда повесим, а эту херню куда-нибудь наверх. Свет лишний не помешает. Так, не-не, туда я не... Туда я не буду ничего ставить. Я только ящичек перенесу один туда. Ну и второй тоже, чисто чтобы топливо было. Так, вот раз. И второй. Ну все. В принципе, мы готовы. Так, на парусах... Я думаю, мы здесь не проедем, потому что там высоковато. Высоковато паруса находятся, они сейчас в косячок врежутся. Меня волнует, чтобы только мост не провалился, потому что это будет фейл просто. Так, сейчас разгончик возьмем. Чисто на всякий случай. Во! Так, доедем до туда, да? Все, здесь уже паруса открываем. Ну, открывай. Во! Другое дело. Топливо не тратим, едем на парусах. Так, сейчас я закину туда. Нет, я туда ничего закидывать не буду, наверное. В смысле, а почему? А ветра нету. А как это понимать? А, я это, наверное, не смогу же уже, да, починить? У меня почему-то сверкает. Так, добавим пару. Ладно, поезд пока есть, поезд все равно от нас не уедет никуда. Или уедет? Уедет, нет, стой, 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 поезд. Да, вот, он останавливается. Ну, все правильно, да. Топливо пока закидывать я не буду. Так, на газку тебе. Так, а ящик я туда закину. Все, разогнались, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, стой. Блин, так хотел сейчас разогнаться. Ладно. Так, это себе возьмем. Ой, что-то не очень хорошая погода какая-то. Хорошо, берем канистру, ящик. Не понял сейчас. Так, канистру, ящик взяли, канистру, ящик сюда. Канистра, стой, канистра, канистру наверх. И тут еще одну фигнюльку какую-то надо подобрать. Чисто немного, чуть-чуть проедем. Чуть-чуть. Надо как-то сверкание убрать, вот это вот, двигателя. Все, запрыгнули сразу вот так вот на ходу. А, бензин кончился. Яха-муха. Давай, на, бензин. Во!
Другое дело. Все, положение зафиксированное. Так. Блин, хорошая погода, конечно, у него на улице там. Чувака. Давай нам пару. Спасибо. Флаг, кстати, в другую сторону повернут, значит, наверное, ё-моё, покрышки какие-то летают. Наверное, не стоит его использовать, он в другую сторону тянуть будет поезд. Ну, собственно, уже 30 минут прошло, ладно уж, что там. До следующего сохранения дойдем и завершу на этом игру. Ой-ой-ой, молния, молния нехорошо. Подадим еще газку. Чуть-чуть буквально. О, прямо рядом. Вот сейчас нас, у нас ударит, я говорю. Так, кстати, ящик. Я чуть ящики не пропустил. Ой, фу, как дует. Блин, наверное, холодно там. Что-то музыка какая-то тревожная. Что-то как-то все помрачнело вдруг. Так, ну, закинем два ящика сейчас. Жалко, на парусах не поедем. Эту фигню уберем наверх. Брошу сюда ее пока, она не нужна. Ну, пока на ящиках едем, я потом попробую, конечно. Она, скорее всего, полностью заправляет. Двое, нормально, и поехали. Так, все, пар. Газку подали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это сейчас что было? Блин, ну я же говорил, молния ударит. Рано или поздно. Горит, все горит, обидно. Парус не работает. Ну, самое главное, двигатель еще работает. Блин, главное, что второй раз не ударил. Мало ли, двигатель еще откажет. Непонятно, как его чинить. Мы пока только на бензине едем. Ну, на топливе. Какое там топливо используют? На пару. Так, ящик, ящик, ящик. Ладно, поехали, поехали вперед. Сейчас его подберем. Поезд все равно сейчас остановится. Топлива лишним не бывает. Как только бьет молния, нам становится плохо. У нас все ломается. Вот я не знаю, может, в следующий раз она опять ударит, у нас двигатель откажет. Непонятно, как это чинить сейчас нужно. У нас тут инструментов-то по починке нету, к сожалению. И парус мы использовать не можем, потому что ветра нету и, собственно, он сломан. Ну, такие вот у нас дела. Опа, Steam, 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 пар. Ну все. Ну, собственно, вот сохранение. Все, я так вот поставлю на этот. Пар выпущу. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем пока. Oh,